Смертельное ДТП в Алматинской области. Под колеса иномарки попали полуторагодовалая девочка и ее сестра и мать. От полученных ран все трое скончались на месте до прибытия кареты скорой. Трагедия произошла в селе Карабулак близ Талдыкургана. Выяснилось, что за рулем был 19-летний парень. Был ли он в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других веществ, не сообщается. Значит, расследование предусмотрено статьей 345, частью 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Водитель водворен под стражу, автомашина изъята и помещена на спецстоянку.